Всем привет с Краснодарского края, с поселка Родники Белореченского района. Сегодня мы едем в Гуамское ущелье. Покажем наши окрестности, нашу красоту. Вот Эдик, там Ирина и Оля. Спрятались. Вот не хотят они показываться. Ну все, едем мы. Все-все покажем, всю дорогу вам. Оставайтесь с нами. Проезжаем станицу Ханскую. Эдик, сколько мы от моего дома, станица Ханская? КМ. 6 километров. 6 километров вот от дома, от моего и до сюда. Мебельный рай, да, Оль? Как Оля говорит. Автоураган, камера 60. Вся станица на мебели работает. У нас клубничный рай, здесь мебельный рай. Продолжаем движение. Еще наверное, выше. Там повыше пик, наверное, да, там деньги плюс, наверное. Вот, вот видно горы. Проезжаем Майкоп Молл. С левой стороны новые квартала Майкопа. Новые застройки. Школа новая. Вот лента, магазинчик. Кстати, правильно строят. Посмотри, квартал, да, и новая школа, и новый детский сад. До центра Майкопа 5 км. Ну, здесь большой, потому 136. Что микрорайон. Яблоневый микрорайон. Группа компаний. Дом, семья, поколение. Вот буквально... Сколько сейчас км проехали? На километров 20, да? 19. Ну, 20 км. И вот здесь идут уже грибные леса. Места. Леса. Места. Да. Да, вот сейчас я покажу, где. Сейчас мы спустимся, чуть подымемся, и с правой стороны всегда стоят грибники, машины. Но грибы здесь в основном идут в ноябре, в декабре. Лисички. А может даже и весной сейчас что-то есть. Да, почти что-нибудь есть. Ну. Земля влажная, тепло, что должно что-нибудь вылазить. Только река белая. Но много воды в реке, значит, снег уже начинает таять. Вчера ездили купаться. А проезжали мы Кубань, реку такая мелкая. Хорошая же, да? Нормально. Хорошая, полная. А Кубань что-то была, да, Оль, проезжали? Когда возвращались. Ну, ее, может быть, шлюзы открывают маленькие, чтобы не переполнялось. Там что-то там, домики для отдыха, наверное, да? Да, дачи, наверное. Дачки. Ничего не, нету, да? Ничего не написано. Ничего нет. Там как подъедешь, написано, какая-то табличка есть. Нет, дачи частные, вон разные домики. И шлагбаум стоит. Значит, дачи. Да-да. Автобус вот есть, видишь, поэтому... Какая природа, да, здесь? И это все в 20 километров от нашего дома. От родников. И от Приречного. Нет, Приречного. От Приречного ближе. На километр. Да. 61-й регион едет купаться на термальные источники. А может, в город сразу поедет? Да, они всегда там едут. 65. Там в основном Ростовская область, много всегда. Вот здесь тоже, когда едешь оттуда, там дедушка всегда корзины продает, да, сам плетет. Вот, вот здесь, вот с этого места, здесь вот начинают стоять вот с правой стороны грибники всегда. Да, все. И все вижу. Идут в лес. 70. Предказало бы такой лес, да? Да. 50. Едем в сторону Туапсе. До Туапсе 131 километров. Сейчас будет у нас, через сколько-то километров будет Апшеронс город. Несколько. Да, и Апшеронс. Но мы в Апшеронс не будем заезжать. Вот здесь всегда стоят грибники с обоих сторон дороги. Да, и ходят за грибами. Да тут, в принципе, да нету бурелома, да можно полазить такой шаг. Да не, нормально. Да, просто не такой, как на Урале лес. Просто
В основном дубы маленькие, небольшие. Ну, смотрите, какая здесь красота. Проехали мы сколько км? 31 километр. Даже что-то есть. Какие-то дачи. Дачи какие-то мы увидели. Ну, заброшенные какие-то. Да нет, стоит. Не, ну домики стоят, но такие холмы. Мы когда переезжали, я Оле говорю, Оль, давай сюда, здесь, говорю, климат помягче. Ну, когда еще мы искали, говорю, горы, она говорит, да ну эти горы. Это, а вот сейчас, да, Оль? Не зря мы переехали сюда, да, Оль? Не зря. Оля говорит, не зря. Не, климат здесь хороший. Не, ну и природа, смотри, какая. Природа хорошая, да. Перед нами горы, смотрите, какая красота. Снег. Да, вот это уже вообще прям близко. Сейчас. Очень близко. Все, мы спускаемся с горы. А с этой стороны не снежные горы. Но... У нас тоже купаться. Справа у нас Апшеронск 1 километр, а мы на Гуамку. Ну ты же куда-то на Пшерскую, да, есть? Да, да. Едем на Гуамку. Тепленькая, голубенькая, чистенькая. Вот и горы снежные. 20. Красота. А там еще снежный стоит. На возвышенности стоишь. Еще снег не тает. Река Курджипс. Проехали Гуамку. Вот смотрите, там парк какой-то. Парк. Парк красивый. Сквер сказка называется. Это не на дорогу настроено. Сколько там до Красной Поляны? 30, да, Ирина, ты говорила? Ну, говорят, да. 30 километров на Красной Поляне. Да, рюкзаки оденем и пойдем. Да. Оля водичку взяла попить, компотик. Все, приехали. Приехали? Да, Гуамское ущелье, 500 метров. Здесь, наверное, гостевой дом Куршевель. Все, мы приехали. Туда, сейчас будем искать. Все, мы приехали в Гуамское ущелье. Эдик захотел кофейку. Оля, ты ничего не хочешь? Я не хочу. Кто такой Забруд? Забруд, что вы нам представляете? Ага. Что вы принесли, нас запечатали. Нам форель. Вот вы передние стеночки. Оля, ты сегодня еще не здоровалась. Как? Всем привет. Ты спряталась в машине. Сейчас пойдем, все расскажу вам. Кто хочет приехать сюда, здесь сдаются домики. Вот узкоколейка, где ходит паровозик. Сейчас пойдем купим билетик. Можно здесь купить себе сувениры. Орел. Папаху. Я думаю, наверное, это лисы. Да. Всем привет. Да, всем вот привет. Эдик и Ирина. Мы потому что спрятались. Из Гуамского ущелья. Да, уже да. Красота. Вам нравится? Очень. Очень красиво. Тепло сегодня. Вообще замечательно. 27 он показывает. А у меня на телефоне 29. Может быть. Да. Билет на поезд можно купить в терминалах. И вот там рейс. Немножко мы опоздали. Надо будет ждать. Расписание движения аттракционов. Поезд на рельсах.
эти руки у вас не будет? Поднести вам, показать потом, да, эту бумажку? Конечно, я без этой бумажки, я билетом не буду. А, все. Не вижу, что. Ира в тенечке стоит, балдеет. Ждем поезд, когда подойдет. Через сколько? Через 15 минут? Да, через 15 минут. И вот решили. Пол 12-го поедем в Ланскую. Да. Мне понравилась речка, и такая гора красивая. Ага. Я тоже сняла сына, отправила видео. Вид очень красивый, конечно.
Ира решила набрать горной водички попить. Сейчас нас напоит, омолодимся, да, Эдик? А вон ты с большого краника. Теперь у нас есть водичка холодная. Ну и что, на вкус? Вода. Вода обыкновенная. Вода, да? Вкусненькая? Хорошая вода, да. Эдди, хочешь умыться? Нет. Я не спотел. Ну все, друзья, экскурсия наша закончилась. Приехал паровозик. Сейчас сядем. Ну все, что вам понравилось? Экскурсия? Понравилось. Будем рекомендовать другим. Ну все, да. Надо это посмотреть. Один раз, но надо посмотреть. Ну все, друзья, всем до новых встреч, до новых видео, всем пока-пока. Мы домой.